Новая книга о подвигах саратовских солдат скоро появится в областных библиотеках и на книжных прилавках. Ее автор – известная саратовская радиоведущая Лилия Липатова. Идея книги появилась во время эфира, посвященного 60-летию Победы. Тогда ведущая эфира обратилась к радиослушателям с просьбой писать письма, посвященные Великой Отечественной. За 10 лет пришло более 2000 посланий. В них жители области рассказывают о подвигах родных и делятся собственными воспоминаниями о войне. Эти письма и ваши в книгу «Война» коснулась и нашей семьи, которая в ближайшее время появится в продаже. Эту книгу писала вся область. Я старалась сохранить вот то, что там есть. Я не правила, не делая их более литературными какими-то, чтобы они выглядели покрасивше. Нет, абсолютно. Моя задача была сохранить тот стиль, сохранить те мысли, как они выражены.